какая-то инфа. Никита, ты тут? Чё-то они ничего не выбирают. Всё, поехали. Гос, ты на связи? Только не торопитесь, товарищи. Давай, Куна. Рандом, если будешь резко тормозить, говори на всякий случай. Никит, держи дистанцию и плюс еще шахтный порядок. ДВ-чек. Ну, в таких узких лучах, я не знаю, как шахматный порядок держать. Че, босс, они инфу не дали? Я напишу им сейчас. Да, не должны были тебе написать, я им сказал. Пожалуйста, не пугайтесь, все хорошо, если вы слышите взрыв. Антон, что ты поехал? Вон дорога. Он шахматный порядок носит, как не знаю кого. Внимание всем. Все на связи? Так, да. Да. Ветераны атакуют британцев. Повторяю, ветераны атакуют британцев. Все в Британии. Принято, мы на своей точке. Короче, они британцев там атакуют. Нижнюю точку, видишь? Британский флаг. Да. Что делать? Что делать? Сейчас все туда будут подтягиваться. А мы сейчас, скорее всего, будем их принимать. Шутер, аккуратнее. Они, короче, на британский флаг ебанули. Там война какая-то слева. Я слышал. Тоже слышал. Тут управление усложненное. Я вообще не знаю, как на нем летать. На shift нажимаешь, увеличивается тяга, но ты на ней, скорее всего, не сядешь. Взлетишь, но не сядешь. Вертолет. А что-то там есть? Увидел кого? Никого не вижу, не слышу. Control, убавлять тягу. Ты не услышишь? Убавлять. Там живой? Да, ты меня уже ранишь, блядь. Я тебе говорю, в камни не влезай. По дороге едь просто и все. Британия, что у вас там за стрельба на вашем фланге? Слева, это мы стреляем. А, и по нам работает миномет. Принято. Штаб, если что, мы на точке. Окей. Ставь машину рандом снизу. Не загоняй на гору. Расстреляй нахуй. Рандом, куда ты поехал, блядь? Снизу ставлю. Враг на юге. Значит, не надо с боков ставить. Поднимаемся на гору, смотрим, ориентируемся. Если видим противника, ставим на него метки. У кого бинокля нет или чего-нибудь? У меня все есть. Тут ПЗРКшник на горе был, блядь. Понял.
парни, на два, на высоте, на нашей высоте противник с ПЗРК 23-8. Че, все, можем ехать? Принят. Давно уже надо ехать. Убил я его, убил. Аккуратно поднимаемся. На горе ПЗРКшник был, я его сейчас только что снял. Да, 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 скорее. Как только инфа была, сразу нужно было выезжать. Почему я шутеры слышу? Это нормально вообще? Не знаю. А нам нельзя просто так выезжать. Да можно. Как только мы узнаем, где противник, куда атакует, сразу выезжаем. Форн, я левее тебя, если что, поднимаюсь. Я понял, я прямо на горе нахожусь. Сейчас буду гранаты куда-то кидать на ту сторону. А как сильно у тебя вниз спускается? Кинул гранату. Местный танк, походу, пехоты. Едет, что живой? Что на связь не выходит, по мне стрельба была. Дела? Мы не подрываем свои казаки. Форн, перевяжись. Уходим назад. Танк, Жушка. Что, он пролетел? Да-да-да, он пролетел. Мы западнее от вас. Форн, Жушка на юге от нас. Жушка на юге от нас. Жушка на юге от нас, парни. На горе прям пехотом бегает. Я понял. Смотри, смотри. Ставь на него метку. На камнях, смотрите, видите, пехота в камнях, на горе. У нас впереди, возможно, пехи, пацаны, блядь. Да невозможно, они на нашей горе. На нашей горе пехотинцы. Блядь, что за танк, блядь? Нет, на юге от нас танк. С той стороны, походу, все. Наш нет. Кто стреляет сейчас? Я стрелял. Сзади танк, блядь, стоит. На юге. Какой танк? Какой танк? Определи, блядь. Абрамс? Или наш Т-72, блядь? На юге вижу пехоту. Российский! Это эти какого? Талибы, походу. Зушку вижу, на противоположной стороне стоит в это... на горе, блядь. Там пищи пехотинцы, возможно, Шону. Я не шутер, с левой стороны от тебя на горе противник, Зушка. Да, я понял. Принял. Ты по танку рандом только что дал? Смотри, противник где-то на даче. Это гараж. Че, куда уехать? Зерач, ничего не видать, че? Зерач, на противоположной стороне от нас находится Зушка. По нам еще работает миномет, и плюс еще на той стороне Зушка, блядь. Я вас не могу. Штаб, у меня два 200-х, на противоположной стороне стоит пушка. Плюс еще миномет по нам кроет. Форан, ты? Так точно. Патриггер работает танк у нас. Сейчас поставлю. Откуда примерно? Метку поставил. Сейчас скажу. А, понял. Форан, обозначь противника меткой. Чего я не вижу? Я ракетами дам. Попробуйте метку Зушка примерно стоит, поставить на танк. Метка ЗСУ стоит. Ты ее видишь, нет? Нет, не вижу. Проверь канал. Синюю видишь? На противоположной стороне. Квадратик вижу. Вот там, короче, Зушка стоит. По нам ебашило. Убило, короче, не... Янистер. Там есть пехота? Рандомчи убило и этого убило. Джейнстер, где там? Вроде. Нам нужно знать. Шепот на связи, шепот. Но он с юго-запада стреляет. Где конкретно, не могу сказать. Скоро я сейчас авианалет произведу. Давай только попробуй, аккуратнее. Сейчас, девочки, прям... Сейчас я буду наблюдать. Минометы есть куда работать? Не работай. У нас скажешь. Так, ГТ-шки, поехали в авиатор, где противник. Пускай в этот, вернутся. Там танк или что? А че, я, наверное, ребята? Миномет, форен, на связи, миномет. Не видать? Видимо, форен все, надо менять. Вижу, давай. Машину да, вижу. Меняем, давай. Прям под нами.
Меняйте еще, я просто метки буду ставить. Я тут один остался. Братан, да нет времени, нам нужно зарашить сейчас. Да, еще раз. Он уже поработал нормально там, он до хера поработал. Апачи, слышь меня? На той горе этот, блядь, ебаный, как же его стоит, сука, с ракетницей, короче, блядь, машинкой. Понял, форум, Вик на ДВ был. Я знаю. Что? Как хочет, чтобы он то ли не слышит его. Дымы, дымите, короче. Дыми. Попробуй их отдать. Да. Не надо, мы сейчас зайдем со второго раза. У них блядская ракетница, короче, больная. На машинке. Джигит у них, джигит там стоит, блядь. Пройди равно, садись. Смотришь? Ну, в низинке у нас нет. Все, меняем дислокацию. Сейчас вниз уйдем туда. На юге от моей позиции бегит, уезжает. Принял форум, будем посмотреть. Решаем. На востоке от моей позиции где-то, блядь, техника, не пойму, что за техника. Ты топ ДВ настроил? Я не стал, только один на ДВшку. Я тут один остался. Всех расстреляли, какие меня. Да, сейчас пролетим вперед. Да не увидишь ты. Разворачивай. Форан, подтверди цели. Не наблюдаю ни одну. На восток ушел танк, на западе джигит стоит, блядь. Прямо около моей позиции, с востока. Т-72 шутер. Т-72 около меня, прям 200 метров от меня, восток. Принял тебя. Попробуй подойти, не знаю, она стоит прямо вот около меня, блядь, практически. Но надо ближе подходить, я не выстрелю до нее. Уходи, гора. Гора, уходи от меня. Делаю звук через дверь. Делаю. Ориентир между двумя камнями, камнями ориентир на востоке от моей позиции. На севере город 9 пехоты. Попробуй отработать, если есть возможность. Заход. Уже не видишь, да? Да, я видел его на секунду, уже не могу выключить. Форан, ожидай 2 минуты, надо развернуться. Я понял тебя, я попытаюсь подбраться поближе. Пока стоит. Отставить форан, ближе не подходи, мы сейчас из него хорошо долбанем. Давай, я наблюдаю. Быстрее. Кто-то едет.
Он просто чекает, короче, воздух не чекает, он просто... Это фокус, это фокус. Сюда. Ориентир белые камни, между двумя белыми камнями стоит. Напротив меня где-то расстояние 100 метров. 200. Да. Нет, больше даже. Фокусу пизда, все. Че, видать, нету? Набираем. Стреляет по зоне. Что, не видишь? Смотри, справа много дымов. На базе. Дымы это не то все. Дымы это не то все. Выбейте танк. Он рванул, поехал на юг. Не знаю насколько. Попробую догнать. Блин, я его не вижу, не вижу. Форан, ты еще живой? Так точно, ты меня не слышишь? Слышу. Мы не видим танк. Посмотри по метке своей. Или посмотри вверх, как вот, мы летим. Вот метку. Может, я поставил. Вас пока не наблюдаю. Я за горой ее не слышу. Ну мы приблизительно прямо над тобой летаем. Она за горой у меня тут стоит. Сейчас попробую подойти. Метки актуальные. Две метки стоит. Пизда танку, пацаны, пизда танку. Чё там фора по целям? Уничтожил танк, уничтожил танк. От дыма видишь, от моей позиции рядом. На западе катался джигит. На западе катался джигит. Танк ликвидирован. Я передал о танке. Слышь, Хардкорыч, там возле триггера противник. О, вижу горящий танк. Вижу. Разворачиваю. Вот я около него, аккуратней. Я его уничтожил, все. Что, цели есть? Сейчас выйду на гору, посмотрю. Короче, смотри. От этого танка на западе была обнаружена... Хардкор, смотри зону. Так что, на западе от горящего танка был обнаружен джигит и зушка. Они куда-то ушли в сторону, сейчас скажу куда, куда-то на север ушли. Точно не скажу. Сейчас подымусь на свою гору, посмотрю, осмотрюсь. Че, не видать ничего? Мили, скорость большая, я не успеваю. Ты так видишь, наверное? Разворачивай.
Пока не знаю. На горе кто-то стреляет, я не пойму кто. Возможно, враг. Если выходить на связь не буду, накрываю высотку. Да, на горе наш, на горе наш. Прям, парни, прям смотрите, на север, прям на север. Там наши ехали, пацаны. Вы аккуратнее. На хаммере? Ну, хаммер, ну, пехота там рядом шла. Ну, это наш хаммер? Да, а мы американцы. Это американцы. Стреляй, хаммер против. Это американцы. На связь выйдите со штаба. Нет. Были захваты? 358. Номерок или нет? Блять, по своим же долбали, нет? Парни, вы на метке хотя бы немножко смотрите. Это наши туда уехали. Группа 1-1. Ушлёбала у нас. А вы по ним как раз наёбывали. Если что, Джигит и Жушка, вон на той стороне была. Танчик вон там горел. Т-72. Если что, мы против этих американцев играем. Ой, американцев, русских играем. Уазики, хуязики, все вот это говно. Там же да? Да, он мне нахуй сразу. Самолета, блядь. Плюс еще вон, видишь, ПЗРК лежит. Ну, понятно. Я это говно отстрелял. Ладно, пацаны, давайте. Там нормально, тут свои по своим ебашат на горе стоят. По Альфе, как я понял, по Альфе 1-1 наёбывали. Даже он ракетами пускает по своим. Поехали.
пацан, это налево. Я слышу этих аутистов, ну не аутистов, то есть противника, 212 высоту на какую-то хотел заехать. Так, все, остановись, остановись, остановись. Вперед. Направо надо немножко, чтобы я высоту, кажется, увидел. Все, стоп, стоп, стоп. Давай высоту 300 возьмем, чтобы ты вообще все увидел. И скорость не будет. Там говорят, пехота на зоне. Хотя я бы тут пешком высадился, проверил, сходил. Потому что когда я прилетал, там был противник. Так, давай к ним сзади заедем просто, вот и все. Парни, короче, у них БПЛА, аккуратнее. Какую-то 212 высоту собрали. Все, остановись. Но правда, я не понял, на какую. Дальше. Нет, сейчас направо гора, вот правая гора, ее надо занять, чтобы я ту гору увидел. Там на верхушке был противник. Под нами метку синенькую поставили, стрелок написали. Да, там движок работает. Пошли лучше пешком подойдем и с утра отработаем. Всех поговорим. Ну сейчас на зоной пройдем, потом посмотрим. Да. Не знаешь, противопехотная или что? Уши, уши. Танчик есть? Форан, у нас вообще ничего нет. По врагам. Нет, у нашей стороны танчик вроде был, да? У наших была такая ПТ-шка, как ванильная, патч. Только не ванильная. Я понял, я этих в другую сторону слышу, но не пойму, где они находятся. Все, я... Блять, это... На горе, на нашей, стоит прям шутер. Там прям ПТ-шка, стука, стоит, блядь. Вот прям здесь. Это дура, прям короче, где? С пушкой, с большой, блядь. Танчик. Еще раз. Танчик с большой бушкой. Где я спустился с этой горы, блядь, где фора написано, шутер. Около камня стоит такая дура, блядь. Взорви ее нахуй. Форан, так это свой, Хадсон. Блять, аутист, я ёбаный в рот. Перепугался, да, не видел нас. Это как раз та ПТ-шка, про которую я говорил, она на колесах. Я понял, понял, я просто что-то тупанул. Испугался, короче. Бля, к ним подходят справа, скажи, с левой стороны подходят, к ним двое. Двое идут к ним, сейчас взорвут их.
чё, видать чё? Не пускай ствол, но я вроде наблюдаю стоп. Зер! Справа возьми, резко справа. Ты им доложил? Шутер, доложи танкеткой, к ним двое шли, с левой стороны, с горы. Вот где взрывы, вот там вот как раз кто-то бежит. Сейчас развернемся. Это ли вы как раз долбанули, нормально? А мне кто-то долбает, не пойму откуда. Стой, не стреляй. Смотри справа, вот гора. На горе были, они не под горой. Сейчас не знаю, живы, нет, там два трупа, три трупа лежит. Не знаю, техника вообще целая, там колес даже у нее нету. Ее, возможно, выбили. Долби технику. Скорее всего, ее заняли. Слышь, шутер? Какую? На горе. Колесные на горе. Машинка стоит. Колес нету на ней. Пушку кто-то крутит, блядь. И пиху, это, лежат трупы. Ты мимо нее сейчас пролетел, с левой стороны. Понял. А, все. Красные понесли большие потери, были вынуждены. А в чем у нас права? Не понесли права. Пиздец, блять. Ну а...